Предлагаю вам еще один вариант. Постельного белья много не бывает. Сегодня постельное белье перестало быть просто комфортной вещью в доме. Это полноценный элемент для дизайна вашего интерьера, полноценный элемент декора. И, конечно, в постельном белье дворянский сад. Это видно невооруженным глазом. Здесь потрясающим образом, уникально и изысканно сочетаются цветы и орнамент в исконно русском стиле. Платочный эксклюзивный принт от телеканала Shop & Show. Ваша спальня будет необыкновенной. Это ограниченная партия эксклюзивного принта, разработанного специально для вас в русском стиле, в нашем национальном стиле. Платок русской женщины у нас на кровати. Причем, Юль, хочу сдать, действительно, вы знаете, Юля заказывала такое белье уже очень давно, и мы действительно на телеканале Shop & Show именно это белье «Дворянский сад» ждали очень долго. Ура, наконец-таки этот момент наступил, друзья, но пробная ограниченная партия. Выбирайте срочно свой размер и звоните к нам в колл-центр. Звонки под всей Россией с любых телефонов абсолютно бесплатные. Выберите свой размер и закажите это белье прямо сейчас. Юль, ну просто невероятная красота. Вот что-то просто потрясающее. У нас все действительно просто открытыми ртами смотрели, как только увидели это белье. Ну действительно. Но давай белье не будем с акцентом опять... стиля. Но давай не будем опять углубляться сильно в красоту, а то нас так поглотит, что ничего не расскажем. А, друзья, вот что еще важно в постельном белье? Но все-таки мы на нем спим, Юль, прислоняемся телом. Вот для тела какую пользу мы получаем от этого белья? Ну, во-первых, мы спим на 100% хлопке, потому что постельное белье «Дворянский сад» выполнено без единой ниточки синтетики. Это натуральная ткань, совершенно абсолютно ничем больше не испорченная, ни синтетика, ничем. Поэтому посмотрите. Смотрите еще и замечательный принт, какой красивый. Юль, можно я сразу перебью на секундочку? А, вообще, друзья, это просто потрясающе. Я увидела это белье, я даже не сразу поверила, что это хлопок. Такой яркий хлопок. Вот я тебе, я поэтому и хочу эту мысль, Оля, продолжить. Да, на хлопке такой роскошный рисунок. Знаешь почему? Что? Потому что хлопок сплетен здесь особым способом. Это бязь премиум-класса. Плетется плотно и возможно сделать рисунки с такими четкими границами. Раньше этого не было возможно делать. Посмотрите, как здесь интересно сочетаются элементы орнамента, зеркал, в которых отражаются вензеля. Очень красивые цветы. Настолько все это роскошно, наволочка вся утопает, смотрите, и с этой стороны в потрясающей дизайнерской Слушай, разработке. Ну а держит бязь вообще краску? Краску бязь держит замечательно, при том, что это 100% хлопок. Обращаем внимание, смотрите на то, что это действительно без единой капли синтетики. Разгоряченный утюг, прикс, просто невозможно. На трешке стоит, на самой-самой горячая температура. Снимай, ставлю на яркий принт. Снимай. Не буду, Оля, не буду снимать, буду рассказывать. Смотрите, если бы здесь была синтетика, отразилось бы все в подошве утюга. Что бы было? Все прилипло бы и прижарилось. Принт бы испортился. Посмотрите, и в своих границах остается рисунок. Подошва утюга прозрачная. В прямом эфире мы с вами убедились, что постельное белье «Дворянский сад» из 100% хлопка, на котором спать одно удовольствие. Я рекомендую вам это делать. Хлопок дышит. Вам не будет жарко до самого Юля. Утра. Хлопок гипоаллергенный, и эта Друзья, краска не эфире. Будет раздражать кожу. Это эко-краска, сделанная по государственному стандарту. Друзья, как это действительно здорово, когда мы в прямом эфире можем протестировать, провести настоящий краш-тест вашего нового белья и выяснить, что она действительно будет вам служить долго, будет вам служить верой и правдой. Смотрите еще раз на эту красоту невероятную. Просто у нас все в восторге, друзья. Я думаю, что и вы не останетесь равнодушными абсолютно точно, потому что такая красота была разработана именно для вас. Друзья, наши аналитики смотрели, какие принты вы чаще всего выбираете, какие расцветки именно вы, дорогой телезритель, чаще всего выбираете. И мы вот такой создали для вас потрясающий рисунок. А самое главное, такого не будет ни у одной из ваших соседок. Ведь это эксклюзив от телеканала Shop & Show. Получите себе эксклюзивное постельное белье прямо сейчас. Сейчас, друзья. Юль, вот напоследок для тех, кто уже заказал, как ухаживать за этим бельем? Постельное белье, несмотря на то, что с таким сочным принтом прослужит вам долго, 400 и более стирок, выдерживает бязь без потери качества краски, то есть оно не тускнеет ни на полутон. А сейчас мы с вами видим потрясающую обработку постельного белья «Дворянский сад». Обработано по ГОСТу «Ивановский текстиль». Обработка пятиниткой, машинкой пятиниткой, которая, смотрите, обрабатывает сразу срез, как будто тесьмой.
седьмой, то есть белье постельное прослужит вам долго, 5 лет минимум, не разорвутся швы, как это часто бывает. Это признак элитности. Это признак качества пошива, это признак элитности белья. Белье люкс-класса должно быть обработано идеально, посмотрите. То есть шов превратился уже фактически в прочную тесьму. Вот оно, элитное бязевое плетение, которое дает дыхание вашему телу. Вот как плетется настоящая премиум-бязь, на которой вы будете высыпаться. Она подарит вам восстанавливающий, комфортный сон, дыхание вашему телу, нежность вашей кожи. Вот он, хлопок, бережно выращивают, без пестицидов, без всяких неприятных удобрений. Вручную собираются очень во многих странах, которые бережно относятся к хлопку, особенно это страны Востока. И, конечно, к нам оттуда приходит чистейший продукт, из которого делают роскошное постельное белье – дворянский сад.